это мог стать победным для Амвина и для сборной Замбии, если бы не заставили перебить Сулеймана Бамбу. Теперь до первого промаха, но первым по-прежнему бьет Кот-д'Ивуар. Он точно заколдовал все, что только можно вокруг себя. Тьене очень активный сегодня по ходу матча. Но сможет ли он также четко исполнить 11-метровый? Ха-ха-ха-ха! Ведь забил, да так издевательски еще направил мяч. Вин это, конечно, угадал, но не дотянулся. Посмотрим еще раз. Нет, очень спокойно все исполнил. Такой удар парировать невероятно сложно. Тем более вратарь уже падал под мяч. А дождик начинает идти вновь. Возможно, природа уже начинает плакать по кому-то из этих команд, по кому-то из финалистов. Тьене забил. Следующая попытка у Замбии. Кто шестой? Натан Синкала. Открытие этого турнира. Больше преуспел в разрушении. Теперь сама судьба требует от него успешной попытки в серии пенальти. В созидании. Забил прямо в 9. Прямо в 9 забил, а? Покажите повторы за ворот. Это же красота какая-то неимоверная, а? Но как рисковал при этом. Вот это да. Сантиметр выше, сантиметр правее. Могла быть штанга или перекладина. А он попал в самую паутинку. Колдуны они точно. Я думаю, Замбия выиграет сегодня. Яконан. Забил Яконан. А представляете, Жервини-то еще не бил. Какой он там по счету в очереди? По-прежнему без промахов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Чисамба Лунгу. Урал. Ну, Чисамба, не позорь Урал. Не надо. Что-то он навеселее хотя. Вот сейчас видно было, да? Но сейчас надо настроиться. Очень важно. Забил. Какие же они красавцы все, а? И Лунгу тоже. Возвращайся в Урал. Мы тебя встретим там с распростертыми объятиями. Дайте ему поиграть спокойно в Урале, а? Или где он там будет после нынешнего Кубка Африки? Пускай играет себе на здоровье. Парень... Хорош. Ей-богу, хорош. 7-7. 7-7, Сезам, откройся. Когда еще вы увидите слонов, поставленных на колени? А там вот парочка-троечка игроков уже стоит. Подниматься потом будет очень сложно. Масса-то не шуточная. Кола Туре. Далековато отошел-то, а? Разбег будет
от самого Кот-д'Ивуара. Отбил Мвине. И вот это уже первый официальный промах в серии. Если сейчас Замбия забивает, она выигрывает первый в своей истории Кубок Африканских Наций. 20 лет назад, в 92-м, Ален Гуамене, вот такой же, может быть, даже еще более длительный, 12-11, ведь и счет ее был, в затяжной серии принес Кот-д'Ивуару победу. А сейчас Кеннади Мвине в шаге от того, чтобы то же самое сделать в отношении своей страны, Замбии. Это Синкала. Запомните это лицо. Ну, чтобы узнать, когда приедет в следующий раз на просмотр в Россию. Хотя, куда уже его просматривать-то еще? Ребят, пока еще рано. Там Чисамба, похоже, самое главное заводила. По праздникам. Ренфорд Калаба. Вот это да. Один из лучших игроков своей команды на турнире решает судьбу Кубка Африканских Наций. Прямо сейчас. Совсем еще юное, молодое лицо. А ведь ему 25 лет по паспорту. Видать, еще не созрел. Спас Кола Туре, кстати, да? Это ведь тоже трагедия. Вот за последние годы и так всего, чего только можно, натерпелся Кола Туре. Правильно все сделал. Вратарь уже улегся в один угол. Надо было просто попасть чуть ниже, под перекладину мяч направить. А он под мяч. Ногу поставил. Тут драма на драме в этой серии. Жервиньо. Да, Камерун, Кот-д'Ивуар тогда, 6 лет назад, тоже похожей манере били. Значит, что у нас? 7-7 получается. Пока 7-7. Жервиньо. И нужно опять Мвине, как тому самому барону Мюнхгаузену, вновь совершать подвиг. Да еще по заказу. Но вот такова она, вратарская доля. Там уже перепахали поле вдоль и поперек. А надо бить. Ну я же говорил. Вот, наверное, потому и не бил Жервиньо в первой пятерке, что неуверенно себя чувствует все время. Сам дарит победу, такую важную, такую нужную Кот-д'Ивуару, сопернику слонов в финале. Еще один шанс у Замбии, вот здесь-то уже должен кто-то постарше Калабы, поопытнее, похладнокровнее. И здесь тоже не угадал Мвине, зато просто не попал Жервиньо. Промахи великих, да? Хотя Жервиньо не великий, конечно, пока еще. Но вот именно промахи самых лучших, они запоминаются. Тот же Абамиянг, тот же Дрогба. Теперь Жервиньо. Кто это там такой хороший и красивый? 13 номер Сунзо. А он забил! И принес Замбии историческую победу!